Ну, если так нужно сову, можно ровить, в принципе, спекнуть сову. Да, блядь, похуй, сука, выбегите со всей хуйни и похуй будет уже. Давайте этого босса ебанем уже, как есть. Проклятие кинуть, и все, кто-нибудь из локов Да, кинуть. проклятие к стихии, и все, блядь. Фиолетовую руку. Принимайте готовность. Торг. Че у тебя там? Ты спекнулся куда-то? Пожри эту хуйню, рыбу. А. Так, все готовы, даю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Там милики, лайфхак вам немножко дам там. Надеюсь, вы не фулл бой стоите и бланите, блядь. Какое-то время все равно бить можно. Это я к штрафникам. Сейчас можете уже уходить заранее, чтобы, блядь, не нарушить нихуя. Не проебаться, что. ДД. Зулзин, сука, блинк, что у тебя не работает? Не люблю щиты, как ебланил, так и ебланишь. Не знаю, я вышел. Ладно, давайте. Я тоже не знаю нихуя. Ладно, может как-нибудь научитесь. Обстрел смотрим. Гребай, блядь. Я пока не могу прочитать это заклинание. Стрел. Немножко подальше РДД отойдите, чтобы милики на вас не налетели. Ага, и скидывайте стаки. Метка на топе. Ложный выпад там нажми. Хоть бы его носил от миликов. Добьете. РДД близко стоит какой-то. То это близко. РДДшники, отойдите от собаки на 30 метров. Шквальный обстрел вот этот. Все про это выбегите случай. На сокру давай, Т4 давай. Два ляма, ну бейте, кто живой. Так, ПС сдох. Рарник, если дотянешься до Айновена.
с таунти. Бабл нажми таунт. Что там лям? Даваки на подхиле. Притона, даваки на подхиле, они бьют единственные. Все, на стресс щит одевай. Что там лям? История, притон, даваки. И ДПСера лям. Добьют, но толку от такого, блять, да, захода. Я мисы прожал, бью. А, или даже. А, нет, не добьешь 600 к. 600 к, да. Да хуя что. Тех разобрал быстро. Все равно толку от такого трайта не было. Надо учиться, да, блять. Все умирает. Они сдохли, хилы. Вот и не хилили. Зузин, попробуй настройки на минимум поставить, выключить свечение, эффекты, настройки с цифрами, где показывается урон. Ну, ты вот когда кастуешь, у тебя там цифры появляются. Вот, эту фигню тоже выключи. У тебя, по идее, должно быть получше стать. Кому заходить? Рыба стоит, ешьте. Кому еще раз? Я не знаю, там заложен. Ты можешь, блядь, раз у тебя все в ноль, ты можешь не видишь, блядь, когда появляются ебаные гейзеры. Ты вообще видишь, что они на земле лежат? А, ты бегите сюда быстрее. А вместо кого призвано взять? Вон за место Зулжин, очевидно. Ну, типа, он, блядь, каждый трай умирает вообще. Да, давай Зулжин иди чиль. Так. Там есть кого закинуть или нет? Да, сопрут. Киньте ему пати, у кого ассист есть там. Призана не вижу, где он там. Давайте шкаф. Так, кто там был у нас? Синтек, теперь в РДД стоишь? Ура. А кто прыгал до этого у нас? Подожди. Призан. Ой, блядь. Кто там с фиолетовой стоял? Синтек и кто еще с тобой? Геншин? Да. Ага. Ну все. Геншин, короче, остаешься. И Призан еще у вас. В миле остаюсь, то есть? Да, Геншин в миле остаешься. Uh-huh. И Призан там прибавился. У вас 12 будет в первой второй пати. Синтек, Давакина и Навен, люблю щиты. Ваша метка луна. Так, даю пристава. Жрите рыбу там. Призан, ты тут? Диси? Так, ну ты энх, все нормально. Пэса. Пэса, пэса. Блять, одну минуту био написал. Не с пульти, только босса, блядь. Пэса, ты тут? Сука. Смотрите, на него зашевелится, нет? Где он там вообще? Вот он возле шкафа. Да, выйду обмен звезде. Кэса, походу, блядь, застрял там, блядь.
ОПС здесь. Принимайте химисы, морфицист. Химисы. Все готовы дать отчет. 5, 4, 3, 2, 1. На обстреле, получается, РДД будет на нас гейзер, имейте в виду. Вы умрете. Нет слов просто нахуй. Чисто первый гейзер в дарде зоне сразу минус 3 хила, блять. Че, смеете, что ли? Да в юбке, блять. Не, нахуй. Блять, я в пизду, заложитесь нахуй сразу. На вену. Он и так нахуй заебался, нахуй. Один остается живой, блядь. Как он один живой остается, вы все как чи дохнете, сука. Ну нахуй ты, мы бы сейчас добили, ебать. Да какой добили, ебать, сказки это все, нахуй. У него маны, ты видел сколько? Кто ему резать будет ману? Ты сдаешься без уже, блядь, без этого. Там у вас хил пустой стоит. Да, блядь, видно. Ну и че, может убили, что там? Не надо. Чё вот, толку от такого убийства? Вот это, нет. Вот это убийство, нахуй, когда там, ой, там дожмем, не дожмем, нахуй, 600 тысяч. Во-первых, тут не убили стопудово. Хилы, нахуй. Синтек. У меня ещё целый камень был. Не люблю щиты, нахуй. Встань, сука, не люблю щиты в стену, нахуй. И стой, блядь. Заебал. Может, не сдохнешь, блядь. Синтек, сдвигайся, как Айновен, не сдыхай. Геншин тоже где-то там в начале пула сдох. Что вы... с этой меткой делать? Я так и не понял. С меткой? Ты это, ты холик или ДЦшник? ДЦ. На себя зубы давать? Тупо. Ну, зубы, да. И сносить надо в пачку миликов, чтобы не сдохнуть. Ну, а так, если ты сдохнешь, то... С тобой три человека, то есть ты и еще двое должны зайти, тогда ты вы выживете. Если ты с одним сойдешься, ты умрешь. Ну, максимум я зубы могут тебя как-то вытянуть. Ну, ты вот, убил его и вот, себя. Вот смотри, у тебя метка, это наносит 70 тысяч урона. То есть, ну, плюс там саппорт, там, ну, там, 66 она наносит. Вот считай, у тебя хп 23 тысячи. Зубы сколько? 40% абсорбит? Да.
Ну вот, условно говоря, если ты дашь зубы, да, они из 70 тысяч покупят половину. Тебе нанесется 35 тысяч урона, если ты будешь один стоять. Если ты еще два человека, забежишь... и нормально, никто не сдохнет. Да, то есть ты служи, надо выйти потом, не забывайте. Считаешь себя и двоих с собой, и все, и вы спокойно выживаете. Так, если с тобой один соединяетесь, то вы сдохнете. Жрите рыбу. Блять, надеюсь... Магам везет. Если видишь, что у мага метка, похуй на него, у него глыба есть, он ее задефает. Да, твоя задача. Маги ШП, паладины. Да, они мне пофигу. Ну, эти готовности. У друида вот, он побежал со мной, да, почему он умер? Он дубовку мне нажал. Хотя мог выжить. Шторка. Все готовы, отчет. 5, 4, 3, 2... Минус мини-сейвы тоже. Встань в луду, будем бежать на крест на стену. Раз три кимпанус, окей. Великий, на вас на лучах будет эта хуйня. Надеюсь, поняли все закономерности. Так как на нас гейзеры были. Обстрел смотрим внимательно. Вы умрете. Блять, грёбаные косточки. Или что, это мясо кусок? Да, да, смотрите, там не споткнитесь. Синтек депо, не люблю иннер. Обстрел смотрим. Выходите. Заебись, я поделил перегрузку. Прям хорошо получилось. Это кто у нас? Мы там с тобой вообще четко подошли, блядь. Ложитесь заново. Вот это сейчас сдохли, что это конфликт был, да, на ком-то? Хотя нет, у меня вроде не было анонса, что конфликт был. Воющие тени — это что? Ну это который физурон. Когда кастуешь, сало дает там на 5 секунд. Я вообще проебланил эту метку. Перегрузку. Ставлю рыбу.
Равис, ты где там? Паровисту фулбаф дайте, сейчас он другую поесть и начну. Пока принимайте готовность. Все готовы, даю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Метки зеленые. Обстрел. Не люблю словил. Дал гимн на хп. Нам велики посыпались. Бьем. Метка зеленая. Просто сдохни в этого стены. Лучи. Песа гимн на хп. Это просто этот. Кастанул босс. Черные метки. Только не убейте Павлрейда, там просто убегите, сдохните. Здоровья. Наконец-то, бля. Аж слезы пошли, блядь. Счастье. Про Элема, да? Элемские перчатки. Так, поехали. Кто-то, блядь, прям пошутил про Элема и все. Элемские тапки, нифига себе. Там две пары. Сейчас будете Элема собирать, блядь. Энхи, нахуй. Так, Синтек шутил про Элема.
Так, так, так. Да что сейчас поход? Этот, блядь. Что там с Святос и на стресс? Кому с вас отдать? Да, на танка эту хуйню. Ох. Да, на стрессу закинул. Так, что это? Перезагрузка молнии, эхо кольца огня. Это элемская хуйня. Да кто элема с вас будет собирать? Акиса призом. Ты каждому по башмакам кинь, да и все. Да, там у обоих башмаки такие тот, же. Тот случай истории, да, когда лучше бы элема в рейд пошел. Они одинаковые, да? А, ну да. Да, они полностью идентичны. Че, хорошо тогда. Я просто не видел вторые. Так. Чё за хуйня, блять? Ну и перченая лема. А, так бля, это... Как же повезло. Слушай, это были ноги, а это перчи, да? Ну там смотрите, кому что нужнее. Так. Просто думаю, призан это... вроде есть лем. Призан, если тебе что-то нужнее, там этому спроси, может тебе ноги надо будет. Равист, иди, бидон, давай в рейд. Разбойник на шару просто, кто первый попался, я не видел, кто там был. Так, а это что? Это 3% скорости, нахуй. Запы. Дух хаст. Кому надо. Так, ну синтеку закидываем. И, тебе закинуло синтек или что? Да, да. Ага. Все, пошли. Так, ревист. Это самое бидон, ты где там? Бидона не вижу. Он вышел, что ли? Так, что у нас там? Давайте по старой памяти оба в хила прыгайте. Акиса, призан. Подождите, а я правильно понимаю, что у меня вот такие запы, и у них нет чарки, по-моему? Блять, они еще не линкуются. Зап, вроде должна быть чарка, 3% скорости. Не, у тебя не, просто, не, может, не есть... кажется. У меня есть вот на мне сейчас одеты. И там, по-моему, нету. Патч на духе удали. Линкани их. Ничего не линкуй. Патч на духе удали, ничего не линкуй. Ничего не линкуй, патч на духе удали. Патч на духе удали. На нем СПД. На 97 увеличивается. Он просто сам не видит. Ему надо патч на духе удалить. А, синтек, на нем плюс 105 к СПД. А, ну ладно. Этот, пятая пати хил и Геншин тоже хил. И ДСшник этот... Я не скачивал патч на духу. Значит, на анимацию, которая повышает FPS. Этот, не люблю спека себе в ДЦ. Щиты здесь получше будут. Ты щитуешь, не люблю пачку первую и вторую, а Геншин остальные три. Третью, четвертую, пятую. Начинаешь с хиловской пачки. После пяти хилов щитуешь два мага. Можем СС раздать здесь. СС, значит, вих. Не люблю щиты... Ты щитуешь первую и вторую пати. Ешьте рыбу. Геншин, ты щитуешь третью, четвертую, пятую пати. Блять, поставьте портал. Начинаешь с хилов. После пяти хилов щитуешь два мага. И по кругу всю эту хуйню. Локи как сейвится, вы знаете. Похищение жизни, койл, защита от темной магии, заслон от тьмы. Щиток этот от тьмы, который 1005 поглощает. Это надо. СС, Вихторка. Всегда по Акисе, Мистери, всегда по Синтеку, Химиса всегда по не люблю. Имя имен я по. Хил, или я сам... Ты хил. Имя имен по Геншину. Тут надо мощный хил. Так у Акиса разве вставалки нету? Вставалку уже второй раз заюзает. Пускай первый раз камень будет. После камня заюзает уже. Так, кто забыл там, на второй фазе после 50%, это не смотрите таймер этот, после 50% выносите эти проклятия, там 4 будут,
Влево, вправо, в звездочку, в кружок. Только вот эту решетку не заливайте проклятиями. Ну и милики, соответственно. Прожимайте там клиф, когда под боссом 2-3 сферки. Возле босса вокруг 5 метров там убивайте сферки. И Вилаш, ты про таймер помнишь. Также на 20 секунде тебя ебанет эта хуйня. Первое дыхание там с 26 до 27 где-то секунд. По пулу если смотреть. По таймеру, то что таймер включу. Чек на пул. Дай отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Дыхание захиливаем. С черного пола выходим. Сразу давайте ложимся. Так, мистери, дем, топа, малифицист. Ложитесь сразу, стопайте дамаг. Так, мистери. Опа. Топа на луже взорвался, даже ложный выпад не нажал. 20 тысяч как было, так и есть. А, и сфера тьмы била. Угу. 9 тысяч. И кто малифицист, по-моему, да? Что-то там словил. А, тоже пол словил. Я понял, хорошо. Тогда будем все рассказывать заново. 4 человека сдохли на первом, на первой черной луже. Значит, у босса есть способности. Две фазы есть. До 50% после 50. До 50% значит он кидает сферы. Они прилетают к игроку и начинают его ешить. Если в этой сфере стоит игрок, ну, накосячили. Ну, вот топы малифицисты непосредственно. Просто. Значит, слушайте лекцию. Слушайте лекцию. Этот. С черного пола, который появляется, он в двух вариантах появляется. Либо издалека и приближается, и взрывается каждый раз это кольцо. Либо под боссом кружок. И наоборот, вдаль уходит. Ешьте рыбу. С этой хуйни надо выходить. Если вы, блядь, не выходите, то давайте либо шиве, там, бабл, какую-нибудь хуйню нахуй. Ложный выпад роги, например. Вот ты вместо 20 тысяч получишь 10. Ложный выпад нихуя не нажал. Значит, мистери. Блять, за что-то мистери. А, мистери просто. Мистери, ты тут? Вытаскивай на панель скиллы поглощения теней. Это который 5000 урона тьмы поглощает. Вытаскивай на панель похищения жизни. И когда каст дыхания идет, вот эти 5 секунд, кастуешь похищение жизни. 2-3 раза тыкай. Сейчас посмотрю полученное исцеление. Нет такого поглощения теней. Ну, длинконитый щит, это как называется? Заслон от темный. Вот заслон. У меня лока давно не было. Мистери, смотрю, какой у тебя хил был по тебе. Не люблю щиты, тебе 1000 захилил. Синтек 1000, нахуй. Песа 1000, нахуй. Эновен 600, нахуй. Ты сам хуй чё ложил, чё хилился. Полученное исцеление. Сам хуй себя похилил. Понял, мистери? Заслон вытаскивай. Похищение жизни вытаскивай. Лик. Как он называется, блядь? Дезориентация, которая зеленая ебало такое. Лик смерти. Лик смерти вытаскивай. Что это за лупа? Камень, ставьте камни. Фласки на хп, блядь. Сейчас еще ключ. Сердце и почек, камень поможет. Сейчас еще ключ пойдешь покупать, нахуй. И еще сапрот у тебя есть? Сапрот у тебя есть? У тебя нихуя фласка не выпита. Где твой сапрот? Обмен звезде давай. Мистери, где ты, блядь, стоишь? Я не вижу. 25 кнопок, на все случаи жизни. Стоит, похуй. Вытаскивай всю эту хуйню. У тебя это все должно быть в рабочем состоянии.
вся вот эта параша, все скиллы. Это всех локов касается, все хилитесь, выживаете. Хилам тяжело захилить. Ну, топа малефицы сдохли от пола, и маг там от сферы сдох. Теперь все РДД. Прилетает шарик такой. Вот где я стою, где звезда. Вот у меня прилетел шарик. И он остановился у меня и ауешит. 8 метров вокруг. Если я с него выйду, и в нем никого не будет находиться, то по всему рейду 10 тысяч дамага будет. Раз в секунду, нахуй. Мы все сдохнем. Как на собаке на первой, блядь, за секунду просто сдохнем. Поэтому в нем должен находиться один человек. Вот, один, два, там, три, неважно, но кто-то должен находиться. Если вот этот черный пол идет, то тот человек, который в нем находится, или тот, у которого прожимка есть, отдает прожимку, тучку, щиток, зубы, всю хуйню. Пол это 20 тысяч взорвется, но человек с шара не должен выходить. Если с шара ты выбежишь, то этот... Как он называется? По рейду, ну я уже говорил, 10 тысяч дамага каждую секунду пойдет по всем людям. Вот это не захиливается. Вот. Самая главная задача — дыхание, вот это 5 секунд, когда босс вокруг себя крутится, захиливать. Потом, это первая фаза. Ну там еще с портала 4 моба пойдет, они от портала до крайнего человека добегут. И будут взрываться об этого человека. Просто один взрывается, отошел от лужи. Там будет лужа после взрыва появляться. Она будет замедлять ходьбу. Надо с нее, ну, допостелить там лужи в рядок друг за другом. И все, и просто выйти дальше бить. На последней фазе будет появляться проклятие. Когда скажу проклятие, выносим их в звезду, в кружок милики право-лево выносите. Вот. И проклятие, кто выносит, друг в друге не стойте. Потому что будут бублики такие на полу крутиться. Они наносят урон. И когда еще в них стоишь, там дебаф получается, который минус 80% хила дает. Если вы в нем стоите, то вас не захилит. Вас и он и дамажит, и убивает потихоньку. А захилить вас не получается. Поэтому, когда вот это проклятие, вот я вынес такое проклятие в кружок, вот такое бегу выносить. И сразу одновременно выбегаю. То есть двигаюсь, продолжаю двигаться. Смотрю, бублик такой стоит. Ага, стою, на мне бафа нет, бью дальше. Вот, в конце там будет две вещи, которые будут убивать людей. Это сферы крутятся такие, с теневыми стрелами такие. Их милики кливают возле босса. РДД от них просто отходит. РДД хилы отходите, просто иначе не вас зауешь. Там 6000 секунд дамажит одна сфера. Дальше будут щупальцы такие, от них тоже подальше стоите метров на 15. Ну и дальше по команде надо будет зайти в этот бублик. Под этот бублик авилаш и навен ваши сокры. Как он называется? Мастер Аур. Ну, давай Рарник первый, Бурибай второй. Айновет там на свое усмотрение оставь. Так, ну по гимнам на ХП. Так, кто у нас там есть? Так, Геншин. Геншин, ты на свое усмотрение даешь? Когда скажешь, даю на ХП. И все, чтобы я услышал, что ты дал. Не люблю, оставляешь на самый конец, после того, как мы выходим с бубликов. А я буду давать перед тем, как мы будем заходить в бублики, там на дыхание уже в конце сам. Ну и Гера где-то после 30%. 30-35%. Так, рыбу вы ели. Все, чек на пол. Про черный пол не забывайте, про сферы не забывайте, РДД. И все, изи. Будет. Даю отчет. 3, 2, 1. Вот черный пол, смотри, сейчас приблизится, с него надо будет выбежать. Выбежим. Процента до фазы, смотрим, вон мобы пойдут сейчас с портала в кого-то. И мельком. Главное сферок вот этих черных не выходить, чтобы не рейд не зауешивать.
пошла вторая фаза, уже у босса меньше 50. Сферы зауешены. Черный пол отходим. Черный пол выходим. Бублики, проклятие, вышли из проклятий. Вышли из них, что вас хилить могли. Все, фулл АУЕ мили кидайте в эту хуйню. Я еще гимн на ХП. Даю гимн на ХП. Геншин, ты не сдавал еще? Нет. Все, сейчас захиливайте. Еще проклятие, вышли из проклятия. Друг в друге только не стойте. Вышли, после этих проклятий будет погружение в этот во мрак. Вышли из бубликов. Скоро будет погружение, готовимся. Готовимся. С черного пола вышли. Дыхание, давайте на ХП, ПСА, ПСА давай тоже. После этого сейчас будет погружение. Два ляма, может и не будет, не успеет, наверное. Добиваем два ляма. Проклятие выносим. А вот погружение как раз. Все, выходим и добиваем. На ХП давайте, кто там оставшийся. Я дал. И лям добиваем. Хаотичный босс такой, блядь, сука, куча мобов, куча всей этой параши, блядь. Мобы еще эти, сука, летают сверки. Хорошо хоть стоят, не все летают, если бы они... Ладно, запуская черка. Запы с дипами. Упали. Варовские. Запы с этого босса? Даже две пары, да. Там же рампы еще выпали. Две пары. Дайте мне запы с дипами. Сейчас, блядь. Хочу на У кого там, блядь, на фоне пиздит тут? А сейчас, блядь, все дадим. Этот самый топор. Призен. Ну, Буребайт, это как эти чаще хилит, дам этому призену, короче, закину. Так, ткань. Что это? Сила заклинания. Ткань силы заклинаний, дух, крит. Пояс. То есть, значит, со следующего босса может пояс упасть. Хуй знает. Вот это надо кому-то так, пояс? Да, надо. Так, имя имен, Песа. Ну, это что, это? Маг. Ну на, имя имен тебе тогда. Так, тканевые запы. Что это тут? Проклятие рук. Тысяча. Локи. У вас у кого поскольку чарок Локи? У меня. Ноль. Так, мистери, ноль, это понятно, я тебя первый раз вижу. У остальных что? Такие есть чарки? И у кого такой нету чарки? У меня другая. У меня вообще нету чарки. Так, если я тебе имя имен даю, то и две чарки будут у тебя, да? Не, смотри, у меня, короче, запы, но там другая чарка. А, значит, тебе надо другую шмотку, но с этой чаркой, да? Да. Так, Викторка, у тебя что там? Нету чарок вообще? Перчи. И с этой же чаркой или с другой? С другой. Если эту дают, у тебя две чарки будет, ты будешь топовым, да? Или да. Что это? Это под разные спеки или будешь топовым? Под все спеки чарки работают. Так. Это последняя чарка. Тогда ты вторую чарку лутаешь. Теперь укомплектованный будешь. Так, что это еще выпало? Запы. Глубокие раны. О, два с глубокими ранами, блять. Да. Нихуя. Да. Кому с варов эта хуйня надо? Типа, не пояс, конечно, но потестить надо. Так, потестить? Ну как потестить? В любом случае одеть и буду ролять другую шмотку. Короче, что нароляю, то нароляю. У тебя сейчас какие? У тебя на бросок или на что у тебя? Да, у меня на бросок сейчас зато. Но у меня есть, грубо говоря, еще плечо. У тебя есть. Эта чарка есть только на другой, на какой-то шмотке, да? Или нет? Этой нет вообще. У Святоса что? У тебя вообще никаких чарок нету, да? Так, у нас стресса двойная атака. Как, блядь, вам? А у тебя какая Святос? У стресса, смотри, у нас стресса есть плечо на гербросок, и ему запал на эту чарку. У меня будет две чарки варовские. Может, на стрессу дать тогда? Ну, один на стрессу, а вторые я бы взял вот, ну, надеяться на рандом. Ладно, может, давай, я одну отдаю на стрессу,
А вот эту оставшуюся рольте Святос и Малефицис. Так, тогда Святосу. Все, пошли последний босс. И потом ГМХМ. Долго мы тут сидим, пиздец. Мне сову? Давай подумаем. Нет. А Киса с призраном? Так. А Киса с призраном? Кто с вас подамажить хочет? Геншина закину туда. ДЦшники, также вдвоем ДЦшниками останьтесь. Не надо холика здесь, лучше щитуйте. Призан и... Акиса похилит, все хорошо, призан подамажишь. Это самое, это Геншин тебя туда. Довакин тебя сюда. Подхилим тебя. Значит, мы с ПС даем по масс диспелу. Геншин люблю тоже дать по масс диспелу. Давайте договоримся. Этот, ПС в мили-зоне даешь, Геншин в мили-зоне даешь. Мы с ней люблю даем в этом... Сейчас рыбу поставлю. Мы даем в РДД-зоне. Вот. Выносить знаете. Лево, право. У какой стены удобнее вам стоять. Вот. Право, вот лево, блядь. Вон там локовские порталы уже стоят. В угол выносим эти метки. По диспелу. Ну там, в принципе, 4 приста. Додиспелим сами. Вот все остальные хильте. Геншин не люблю. Вы только один раз масс диспел даете, дальше щитуете. Надо отворачиваться по команде, а отбегать от босса милики, от зеленого круга, и выносить метки. Все, 3 механики на боссе. И диспелить. 4 механики и проверка. Так, все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Так, метки выносим. Сори. Метка в рейде, отойдите там. Отвернулись. Вы... Мистери, захильте. Он не отвернулся. Метки выносим. Отвернулись. Отбежали. Метки выносим. Отвернулись. Диспел. Метки выносим. Диспел. Метки. Отвернулись. Ебать, как мне тяжко, на. Метки. Диспел. Метки выносим. Отвернулись.
Диспо. Метки выносим. Отбежали. Не спал. Вернулись. Вы ПС захилить. Метки выносим. Не спал. Бля, собака кончилась, я до сих пор бегаю. Да пиздец, нахуй. Хуйня ебаная. Отбежали. Метки выносим. Отвернулись. Вы умрете. Метки выносим. Не спал. Мальфицист, надеюсь, Хант. Не расстроился сильно там из-за зап. Ну, я мне поезд, по идее, нужен. Так. Просто интересно, какой неврон дает. Этот сам. Я тоже на сову хочу вторую чарку, блять, крутанул, первая чарка выпала. Так, какие жезлы у вас? 51-й у Геншина. У этого. У Эй, вообще 45-й. Эй, блять. Надо тебя апнуть. Хуйня. Там жезл упал? Да. Эй, закинь, у него 45-й вообще. Позор, блядь, какой-то. Так, кольчуга. Чё это выпало? Кольчуга на СПД. Пояс. Хаст МП5. Это у нас чё? Это у нас хил какой-то. Там, в принципе, аршамовская крутанётся. Так что... Эндовин, ты уверен? Может, это? А кто у нас постоянно шаман? А в шатрат можно портал? Ну, они спекаются, я к тому, что если крутануть на ней за баджики, то хуйню может аршамовская выпасть, лужу там еще. А там я бы одел, мне аршамовская нужна, а зато с бонусом был круто. Я еще гнездо вставляю, у меня, да, нету крита, но зато все остальные статы плюс СПД. Че, шаманы? Смотри, мне альтернатива, либо СРС-ки, вот с пятерки, да, пояс кольчужный, либо вот этот, все остальных у меня нету. Шаманы, что, на вену дадим тогда, да? Не против? Их два? Просто смотри, элемовский, да, пояс, он с РС-ки больше, критовой. Ага, подожди, тебе какой тогда лучше? Вот смотри, здесь повышает шанс критического эффекта, 3% есть. И второй на СПД. Тебе, наверное, на крит надо, да? Я думаю, лучше будет. Смотри, если им МП5-ка больше нужна шаманам, то слушай, пусть они выбирают. Слушай, Айновен, слушай, там два пояса, один СПД, другой с критом. Вот я ему да, с критом. Да, я говорю, их два всего. Какой тебе нужен, спрашивают тебя. Ты я ему с критом. На хуля или на магика? Подожди, а я тебе какой сейчас дал? Я бы крит взял. СПД тогда передай вот этот СПД, там я не тот увидел пояс. Вот передай. Там Акиса, по-моему, ролил, да? Акиса, по-моему, на вот этот, с критом 3%. Какой ему это? Ну, который с СПДшкой. Им лучше с СПДшкой будет. Хотя им тоже крит заебись. Акиса, что тебе надо? Скажи мне, пожалуйста. Количество брони на 3% танки. Надо кому-то голова. Вдруг когда-нибудь пригодится. Навен. Другие не надо никому. На вену закидываю туда. И остается что тут ноги. И побежал. Это на кого? На ханта? На ханта. Единственный хант. ГЦ. Так, сейчас я ИП накину. Скажи мне, что тебе надо. Четыре пары таких штанов. Пошли, груль магик. Занимался тут сидеть.
Так, ну грудь магик танчить придется.